В прошлой серии мы говорили о арабской породе лошадей. Сегодня мы расскажем про очень поразительную породу лошадей кавказского происхождения. Речь пойдет о карачаевской породе лошадей. Эта порода удивила меня своей силой, и я думаю, вас она тоже удивит. Карачаевский конь – это отважный, великий, черный, бесстрашный король природы и гор. Он отличается от других пород лошадей своей смелостью и силой. Для него гора как гладкая ровная поляна. Этот конь никогда не предаст своего всадника. Для него нет разницы, идти вверх по крутым горам и скалам или вниз. Ему все равно. Он не боится ничего. Твердые камни крошатся под его подковами. Ему неведомо такое понятие, как невозможно. Если поставлена цель, то он дойдет до нее любой ценой, даже ценой собственной жизни. Он обожает горы. На любую высокую крутую гору, которую бы ты ни направил его, он поднимется туда отважно и решительно. Карачаевская порода лошадей отличается от других своими крепкими, сильными передними ногами, которые делают его невероятно сильным и выносливым. Эту породу можно приучить практически ко всему – городу, к современной технике, грузовикам, ну и, конечно же, к снежным горам. Ведь именно в горах и проявляется вся его терпеливость и выносливость. Мой друг, студент Исламского университета, который находится в Медине, окончил учебу и уехал к себе на родину. И я попросил его прислать мне фотографии и видеоролики карачаевской породы лошадей, чтобы я мог ознакомиться с ней. Смотрите, дорогие братья, это самая высокая гора Европы, Эльбрус. Ее высота 5642 метра. Она находится на Северном Кавказе, расположена на границе республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На территории вблизи Эльбруса проживают преимущественно балкарцы и карачаевцы. Карачаевская порода лошадей поднимается на вершину Эльбруса, несмотря на высокоатмосферное давление. Эти герои поднялись на высочайшую вершину Европы благодаря этой сильной породе лошадей. Эта порода также хороша и в скачке. Она может развивать скорость от 40 до 60 км в час. Эта лошадь не боится дорог. Она не боится людей. И порой складывается такое ощущение, что она контролирует все вокруг себя. Карачаевская порода лошадей рождается и вырастает среди гор. Я советую братьям, живущим на юге Саудовской Аравии и в горной местности, приобрести эту замечательную породу лошадей. Меня удивило, что жеребенок живет со своей матерью в условиях сложного горного климата. Ну а больше всего меня удивило то, что новорожденный жеребенок скачет и переходит реку вместе со взрослыми лошадьми.
فيمتلك هذه القوة في ذراعيه وفي أقدامه وهو صغير يعني. انظر كيف هذا حديث ولادة ولا قوة إلا بالله. И после того, как я увидел это, я понял, откуда у этой породы лошадей столько храбрости и выносливости. Посмотрите на бесстрашие этого жеребенка. Он не боится даже взрослого коня. Всадник с трудом сдерживает и останавливает его. Несмотря на юный возраст, конь очень...